Йом Тов, бишвиленю зот схут лиот итхем. Хорошего дня, для нас привилегия быть с вами. Ани Эйтан Шишков, шутав шели Саша Ковнатор, анахну ме Оале Рахамим. Я Эйтан Шишков, и со мной Александр Ковнатор, мы из Оале Рахамим. Ванахну медабрим ал хаг Ханука. Мы говорим о празднике Ханука. Гам корим лезе хаг ха Орот. Также называется праздник света. אנחנו התחלנו להסביר שחנוכה בא מהרקע של המאה השנייה לפני הספירה. Мы начали с того, что этот праздник пришел к нам из второго столетия до нашей эры. אנחנו כבר אמרנו שבדרך כלל החגים של התנ"ך קשורים למשהו שקרה בהיסטוריה. Обычно библейские праздники привязаны к тому, что произошло в истории. ולמרות שחנוכה קרה בין כתבי הקודש בעברית לבין ברית החדשה, זה לא יוצא דופן. И несмотря на то, что этот праздник произошел между тем, как закончился содержание Ветхого Завета и началось Новый Завет, это не является, этот праздник не является исключением. בסביבת 167 שנים לפני הספירה, где-то в 167 году до нашей эры, היו חיילים יוונים מסוריה שהם הסתובבו בישראל. Греческие солдаты из Сирии вращались в Израиль. אז זה נגד החוק לחגוג את החיים היהודיים כפי כתבי הקודש. И в то время здесь, на этой земле, было запрещено праздновать еврейские любые события. Лимол это баним. Было запрещено обрезание. Лахгог шаббат. Отмечать субботу. Лехол мацу безман Песах. Кушать мацу во время Песах. Эм рацу лимхок это ахаим шел еудим. Они хотели исключить полностью еврейскую жизнь. Авал айта квуца ктана шел еудим. Но была небольшая группа иудеев. בחוץ לירושלים, באזור שנקרא מודיעין. Вне Иерусалима, в районе, который назывался Мудиин. שבמיוחד היה מנהיג רוחני אחד, שקוראים לו מתתיאס, שהוא החליט לא לשתף פעולה איתם. Лидер, которого звали Мататиас, не захотел плыть в этом направлении. הוא פשוט הגיע לסוף. הוא אמר, זהו, די. Он дошел до конца, он сказал, все, на этом все. אז כשהחיילים באו לכפר שלו, и когда солдаты пришли в его деревню, הוא לא רק סירב להקריב קציר, חזיר על המזבח, он не только отказался принести в жертву свинью на жертвеннике, אלא שהוא לקח את החרב והוא הרג את היהודי שניסה להקריב על המזבח את החזיר. Но он взял нож и убил того еврея, который хотел принести в жертву. וככה התחיל מלחמת המכבים. И так началось восстание מכבים. 3 שנים. 3 года. עם כוחות מאוד חלשים לעומת היוונים. С очень небольшими силами по сравнению с Грецией. Саша, им они зухер, а еваним афилу хаю лэхэм пилим. כאילו כמו מרכבה של היום. Насколько я помню, у греков даже были боевые слоны. מה זה לדמיין להיות במלחמה נגד פילים אם אני עומד על הרצפה? Что это значит сражаться с боевым слоном, если я стою на... הם התמידו. Но они были верными, постоянными. הם עשו התקפה. נגד החיילים והם ברחו. Они делали вылазки, боевые вылазки, атаки и убегали. בתוך החרים, אתם יודעים, אפשר להסתתר, למצוא מקומות מוסתרים. В горах, вы знаете, можно использовать, находить скрытые места. ואחרי 3 שנים. И после 3 лет. הרבה הקריבו את עצמם. Многие пожертвовали своей жизнью. בתוך קרב. В бою. הם ניצחו. Они победили. הם הגיעו לירושלים. Они пришли в Иерусалим. הם הגיעו לבית המקדש בירושלים. Пришли в Иерусалимский храм. סוף סוף הם חזרו למרכז של האמונה.
они вернулись в центр веры. Авал Бет-Амикдаш ая балаган. Но храм был запущен. Потому что греки не почитали израильского бога. Совсем наоборот. Они сделали все, что только возможно, чтобы уничтожить это место. И можно представить себе слезы Маккабим. После трех лет усилий и потерь, в конце концов. И они подошли к семисвечнику. Было семь стеблей, не так, как здесь. И они искали масло, чтобы снова зажечь. Потому что в Туре Бог заповедал, чтобы огонь горел вечно. И тогда был храм. Авал кфиха агада, нахну ло йодим им зе кара бидьюк. И согласно преданию, мы не знаем, насколько оно достоверно. Эмацу маспик шемен льём эхад. Они нашли масла достаточного для одного дня. Авал дараш нидраш кмо шавуа мале, кедей лехагдиш эта шемен од шемен. Но требовалось около 7-8 дней, чтобы сделать новую порцию масла. Эмидлику. И они зажгли беэмуна. В вере. Кедей лахнох, кедей ласот ханукат байт шел бейт амикдаш. Чтобы посвятить, осветить, посвятить храм. Ве аянес. И произошло чудо. Аменура имшиха лехаир шмона ямим. Менура продолжала гореть 8 дней. Поэтому здесь есть 8 мест для 8 свечей. Так а что с этим посредине? Куникра хашамаш. Он называется шамаш, служка. Лама. Почему? Киху мешумаш кмешарет лекол шаар ханафим. Потому что его используют как служителя для всех остальных свечей. И это говорит нам על התפקיד שלנו ושל המשיח. О нашей функции, функции мессии. אנחנו רוצים לקרוא מברית חדשה. Мы хотим прочитать из Нового Завета. משהו שלפי דעתי זה מאוד קשור לחנוכה. Нечто, что очень связано с Ханукой. אז בואו נקרא סשה מפסוק 26 במתי 20. מתפייה 20-26. על יהי חן ביניכם. אדרבה, אחפץ להיות גדול בכם, יהי משרת שלכם. אחפץ להיות ראשון ביניכם, יהי עבד לכם. כשם שבן האדם לא בא כדי שישרתו, אלא כדי לשרת ולתת את נפשו, כופר בעד רבים. איזה מקום? זה 26 עד 28. במתי 20. מתי 26. פרק 20? מתפייה, 20 глава, с 26 по 28 стих. Но у вас пусть, не, пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой. А кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вашим рабом. Ведь Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь, как выкуп за множество жизней. הקטה הזה מאוד נוגע בי. Это этот отрывок очень касается меня. כי ישוע הוא מלך ישראל. Потому что Иешуа король Израиля. הוא אריה שבט יהודה. Он лев от колена Иудина. לא חסר לו סמכות. У него достаточно власти. לא חסר לו זהות. У него достаточно, он полон сам себе. אבל הוא בא בדמות של משרת. Но он пришел в образе слуги. כדי לתת לנו דוגמה. Чтобы дать нам образец. מה קרה לחייו? Что произошло с его жизнью? חייו נגמרו. Его жизнь завершилась. מצליבה לצלב.
на распятии на кресте. У кен каме хамитим. Да, он воскрес из мертвых. Беницохон аль мавет. С победой над смертью. Авал беэношут шело. Но в своей человеческой. Хуц ме афтаха ме авив. Кроме Божьего обещания от отца. Ху ло яда кфи нисайон шуху яку ме хамитим. Он не знал из своего опыта, что он воскреснет из мертвых. Ас ху натан эт ацмо дерех эмуна. И он отдал свою жизнь в вере. Де бирюка абакаша шел Элохим лану. И в этом Божья просьба к нам. Ма коре ле нер ха-шамаш? Что происходит с этой свечой шамаш? Анахну мадликим ото кодем. Мы зажигаем его прежде. Аз анахну миштамеш бо лайла ахри лайла. И мы используем именно центральную свечу вечер за вечером. Нахну мосефим од нер кол лайла. Каждый вечер мы добавляем еще одну свечу. Зе кцат драмати. Немножко так это драматично. Нахну овим эдзе. Нам это нравится. Эхшу анахну маргишим кцат кмо ялдим. Как-то мы чувствуем себя как дети. Авал у ашамаш. Но центральная свечка шамаш. У нигмар лифне кол шаар ханерот. Он сгорает так же, как и все остальные свечи. Йешуа ширету тану ху иниах эт хаяв бишвилену. Йешуа послужил нам и отдал свою жизнь для нас. У корей лану ласот оту дава. Он призывает нас делать то же самое. Эх анашим йохолим лехавот ахава амитит. Как люди могут прочувствовать истинную любовь? Ки בוא נדבר דוגרי. בעולם שלנו רוב האנשים לוחים. Давайте скажем честно. Большинство людей вокруг нас гребут под себя. אפילו יש משהו בתוכי שרוצה לקחת. Даже есть что-то внутри меня, что хочет взять. אבל כשאני נותן. Но когда я даю. משהו קורה. Происходит нечто. אני מבורך. Я благословлен. אני שוכח את עצמי. Я забываю себя. Ани боне гешер ле мишу ахер. Я строю мост к кому-то другому. Зе ма ше Элохим коре лану ласот. И это то, к чему Бог призывает нас делать. Зе ма ше Йешуа аса. Это то, что делал Йешуа. Зе ма ше ха-макабим асу. И это то, что делали макабим. Анахну йодим, ше Йешуа яда ал хаг ханука. И мы знаем, что Йешуа знал и праздновал праздник Хануки. Ктув бе сефер Йоханан. В Евангелии от Иоанна. Перек Юд. 10 глава. Ме пасук 22. С 22 стиха. Ота эт хагагу би Иерушалаем эт хаг Аханука. Хорев ая. Наступила зима. В Иерусалиме был праздник обновления храма. Кашер итолех Йешуа. בבית המקדש, באולם שלמה, ויקיפוהו ואמרו לו, עד מתי תחזיק את נפשנו במתח, אם אתה המשיח אמור לנו בברור. Йешуа прогуливался по двору храма Соломоновой галереи. Его обступили влиятельные люди и стали говорить ему, «До каких пор ты будешь испытывать наше терпение?» Скажи нам прямо, ты помазанник? Саша, я люблю Кидве Акодыш. Саша, мне нравится Писание. Это как тасрит для серет. Это как сценарий для фильма. Они рою эту сцену. Я вижу эту сцену. Это хорев. Зима. В Иерусалиме, улай ло кмо Сибир, авал зе дейкар бахорев. В Иерусалиме, конечно, не так, как в Сибири, но достаточно холодно. В шкията шемеш зе коре мукдам. Закат начинается рано. В ине Йешуа миталех у мистовев. И вот Йешуа ходит. Вем итхилу леадгер ото. И они начали его забрасывать вопросами. Килу. תת כותרת, אנחנו רוצים ככה שאתה טיפול למלכודת שלנו. С таким подзаголовком, я хочу, чтобы ты упал в нашу ловушку. תגיד באופן פתוח שאתה משיח. Но раскрыто, скажи, вот что ты мессия. ואז אנחנו יכולים להאשים אותך. И тогда мы сможем тебя обвинить. אבל הוא המשיך. И он продолжает и продолжает. והוא התחיל לדבר על המעשים שלו. И он начинает говорить о его поступках, делах. И о его овцах.
Он говорит, овцы мои слышат мой голос. זה כל כך אינטימי. Это так интимно. אז זה במקרה שהוא אמר את זה בזמן חנוכה? Случайно ли, что он это все сказал во время Хануки? לא נדמה לי. Мне так не кажется. Ишуа מדבר עלינו. Ишуа говорит о нас. הוא מדבר עלינו על אינטימיות. Он говорит нам об интимности. ואני חושב שהוא גם מדבר עלינו על רדיפה. И мне кажется, что он также говорит о преследовании. כי חבר'י, הסיפור של חנוכה זה על רדיפה נגד אלה שמנסים לחיות לאלוהים. Это история о преследованиях тех, которые стараются жить по-божьему. אנחנו סבלנו קצת רדיפה. Мы очень немножко пострадали от преследований. Кехила ришона берешет шелану оле рахамим. Первая община в сети наших общин. Рак шнатайм ахре ши итхану. Через два года после того, как мы начали собрание. Беэмца лайла анашим бау веэм срифу это маком шелану. Посреди ночи пришли люди и подожгли наше здание. Леон вани бану беэмца лайла ве... היו לחוות לשמיים מהבניין שלנו. Леон и я пришли на это место и были пламени огня из нашего здания. ויום למחרת ראינו את הנשק. И на следующий день мы увидели оружие. הכל היה שחור. Мы увидели эти места. ציוד, דזרה הומניטרית, הדברים הקטנים שכבר קנינו. אבל гуманитарная помощь, всякие мелочи, вещи, которые... ושמד, שחור. Все было уничтожено, сожжено. אבל בפנים... Но внутри... הרגשנו, רגע, זה מבחן. Почувствовали, секундочку, אנחנו לא רוצים לברוח. Мы не хотим убежать. יש פה משהו שאלוהים רוצה לעשות. Здесь есть нечто, что Бог хочет ולא сделать. ולא היינו נגד אלה ששרפו אותנו. И не были против поджигателей. התפללנו. Молились. ואלוהים ברך אותנו. И Бог благословил нас. ואין זמן לתאר על כל הברכות שבאו עלינו. И нет времени рассказывать о всех благословениях, которые Он дал нам. אבל אפשר לומר שדרך החוויה הזאת, но можно сказать, что через это переживание мы научились, что значит светить светом посреди тьмы. В ту секунду, когда мы сейчас говорим, есть люди, которые умирают в результате того, что они следуют за Господом. Аману кодам, что есть милхама руханит. Мы говорили, что есть духовное противостояние. Хаим анахну муханим лехакрив эт хаейну ламан Йешуа. Готовы ли мы отдать свою жизнь за Йешуа? А макабим асу эце. Макабим сделали это. Ха шлихим асу эце. Апостолы сделали это. Анашим хаем, бимюхад бемекомот беэзор яма тихон, эм осим эце. Люди сегодня, особенно в Средиземноморском регионе, делают это. А им кадай? Стоит ли от этого? Амааминим харишоним ходу ли Йешуа ала схут летет эт хаейхем авуро. Первые верующие благодарили Бога за возможность отдать свою жизнь. У амар шаанахну црихим лехаир эт аор шело. Он сказал, что мы должны светить Его светом. Аз, Адонай, тазулану. Боже, помоги нам. Беэмца хоших. Посреди тьмы. Лехарот велахаир это ор шела Машиах. Показать и светить светом Мессии. Аминь. Аминь.